канале семьи. Надо его обеззвучить. Прекрасно. И у меня, как я говорила, благодаря Алиным стихам в моем творчестве, да. Ага. В моем творчестве появились песни зимние и даже песни новогодние. Ну, поскольку это Аля Хайтлина, то новогоднее стихотворение, оно... Не факт, что веселое. Не факт, что про зиму и про снег, да, потому что в Германии все иначе. Ну, вот сейчас мы послушаем, но я помню, что когда, я вспомню, она опубликовала стихотворение, было практически вот буквально последние дни перед Новым годом, и 30 декабря я выложила эту песню, вот прям совсем сырую, потому что это прям было абсолютно про меня, все непонятно, и даже ботинки я действительно в тот момент не успела купить, но вы сейчас это услышите. Но я прям тут тоже буду подсматривать. Мне тут нужен гитарист, который будет это все бодро играть. Непонятно, что будет, неясно, что есть. Только ветер звенит огоньками. Первый снег распушил серебристую шерсть, сшивает асфальт с облаками. Мы ботинки опять не успели купить. Мы скользим, чертыхаясь по каше. Год не смог нас с тобой никуда прикрепить, все искал нам местечко покраше. Тот, кто в силах итоги свои осознать, перечислить дела и заботы, тот и будет под елкой Снегурочку звать и искать, и придумывать что-то. Мы же за руки взявшись пойдем наугад, в никуда за сухими носками. Может, кто-то увидит и скажет: ребята,